Всем привет, ребята, всем привет, с вами я, Хомплей, сегодня со мной... Панда, всем привет, ребята! О, у тебя новый гаджет есть? Такой, да, я его купил давно уже. Прикольно. Ну, в общем-то, сегодня, как вы видите, у нас чемпионат клуба PSG. Да. Я хочу же... этот скин. Да, я тоже хочу его очень. Давай, ты бери справа. Если что, я докуплю. Я хочу очень докупить и пройти хочу очень. Я хочу взять справа, да? Пассивки, если что, ты не забыть. Гаджет отсекать одна... Но он взрывается с увеличенным радиусом поражения. Там вторая пассивка и первый гаджет. Вот, справа активирует щит, чаще от тех врагов, пока... Да, это топовое, это... Когда забирает кусты, да? Угу. То есть, когда забирает свою ульту, наверное, да? Не знаю, наверное, первая пассивка. Но гаджетом но я его ни разу даже не использовал. Не, не нужен был. Съедает кусты и восстанавливает. Ну, я как бы, я в кустах хилюсь, так что как-то... Только вот у меня вопрос, как Спраут съедает куст, если его лицо это бумажка? Да. Ладно, давай забираем и тут начнем. Ну да, в принципе. Страшно. Тут 9 побед всего лишь. Да, ну прикольно, если мы пройдем. Если я пройду чемпионат, то я сожру кусок травы. И запишу это на ролик. Если что, это будет не мастерская Хома. Но вряд ли мы его пройдем, поэтому вряд ли мне придется есть траву. Давайте. Так, там углы сбивают. Беги. Не, не смог убить, да? У меня там Эдгар был. Я пока один. Попробую подбивать их атаки. Если что, я буду стоять на вару более-менее, потому что я буду закрывать вару. Ну, я докупать, наверное, не буду, потому что я в основном все время покупаю значки. Я коплю... Я значки только один раз покупаю, я коплю на Бравл Пас, потому что Бравл Пас... Так, Эдгаринда. Так, минус Эдгаринда. Красавчик. Поперли, давай. Да. Я еще хотел, типа, закрыть, чтобы они не вышли, но я не хотел, чтобы забил. Они с щитами, они выходят. Они могут выйти с щитами. С щитами, да, я не знаю. Ой! Меня на бомбы тащит! Ну все, мы слили. Ну типа, нам сейчас гол забьют. А бронят они забили? Не, ну они тут по-любому бы забили. Ну да. Так. Сейчас, короче, смотри. Опа. Все просто гениальная тактика. Мяч укатывается. Ну-ка. Блин, почти. А, нет. Не, ну я бы не забил, я справа. Ну ты там старайся как-то издали, вот так, из-за стеночки стрелять в них этими. А я из-за кустов, из-за стеночки. Эй, уйдите. Так. Минус лу. Ловишь пас? Давай, ловлю. Я в инвизике. Ловите! Добил? Нет! Мы поймали, гады. Давай, красава! Уф, напряжённая. Почему-то первая игра, я уже кричу. Да я тоже напряжённая игра. Ну да. А какая тут первая награда? А, 72 штук. Открытие, чего открытие? Маленького ящика. Выпадет лего. Давай, я открою. Ничего не выпало. Да, жалко. Ну, в принципе, за третью награду 1000. О, кстати говоря. О, кстати. Ну, брат, у нас лично. Ну, у меня как бы я прошёл Бравл Пас. Нифига себе. Я его давно очень прошел. Ты вот смотри, мои ролики знаешь. Ну, давай поменяемся. Я Леона нафиг, да? Нет, ну ты Сэнди, может? Сэнди? Таким Поша. Я уже играл за Спраута на этом чемпионате, ну и на втором эти. Да, ты типа про. Я уже там приловчился. Так. Бомбу можешь взять? Давай. Оглушает бомбочка. Давай. А это гаджет или пассивка? Это пассивка. О, пассивка, давай. И, наверное, что тотем, да? Ну да, тотем топовый. Ну го. Так, вот бравл всегда. Так, вот это синтез и тут первую возьму. Всё, давай. Пожалуйста, если мы пройдем этот пас, я съем листик. Я тоже. Или запишу это на ролик. А я запишу, как мы оба едим листики на мастерской Хомы. Второй канал, кстати, подписывайтесь, там ролики с походов нет. Бомбари нафиг! Я боец не ходит нафиг! Я там делаю бомбочки, они их остановят! Нет!
Офигеть. На, по лицу, по лицу. По лицу. Серёжа, давай, я в тебя верю, я верю в Серёжу. Я тоже. Я тоже не верю. А, нет, нет, отстань. О, второй, вонючий. Так, на. Я сюда. Забирай, забирай. Кто того? Нет. Как? А как он закатился? Знаешь, я мяч не вижу. Я тоже. Я его не вижу. Так. Минус Фрэнк. Фрэнка замочили. Биби. Мы как какие-то малыши. Биби. Я кину бомбочки. Да все, они нам не забьют. Они там у всех обучалка. Я убил штуку, которую к нам с мячиком. Мне кажется, он тебя убил, да? Нет, я его убил. Он написал, что это было. Нет, он. Ай! Блин, Биби, у меня не тульты. А я там закрою. Я там закрою как чем. Котэмом? Нет, бомбочку. Кайфари. Кайфари, помните. Ладно, у нас еще три попытки. То есть две попытки у нас есть еще. Три. Ну две, потому что на третью мы уже все, он кончится. Понимаешь? Мы сейчас два раза. Давай, ну, вот он, у нас еще вот только вот, короче. Ну да. Нам надо... Кого взять? Попробовать Мортиса, может? Не-не-не, стой, сейчас я гляну, какие у тебя бойцы есть. Так. Так, у тебя есть ага. Фрэнка не попробуй будет. Шелли, вот. Да, офигенный браулер можно. Окей, у меня, если что, на нее все пассивки и все гаджеты, если на нее есть гаджеты. У меня, да, все. Что мне на ней брать? У меня на ней, если что, все есть. Так. Ой, я испытать нашел. Так, какие гаджеты? Гаджет, наверное, бери. Стрельба по тарелкам, он больше урона вроде. Да, он дальний, типа. А, так. Пассивка, наверное, оглушение там. Ну, да, пассивка оглушения. У нас так стояло. Ну, теперь так стояло. Вообще, этот гаджет попробуй. Ладно, давай, сейчас мы, если не сольем, сольем это, то тогда... Да, убьем ЛД, там ЛД есть. Что такое ЛД? Эдгар. Его зовут ЛД. Это, по-моему, Эмс. Эмс? Нет, там Эдгар, это А. Да. Так, пишем по лицу, да. Так, стреляем. Все, давай. Нету никого. Тара, тарелка супа. Зайду. Да. Красава. Я раньше вообще не забивал голы, я просто любил заходить. Потому что я так не умел пинать. Я вот в Роллболе вообще, ну... Блин, почему ты не закрыл бара, а это закрыл? Да я сам не понимаю. А второй водкой никогда не делай. Так. Ладно. Так, тут дверь, тут дверь. Он хочет со мной разобраться, но я ему это не дам сделать. Красава. Давай тут. Лагает. Давай, Эдгар, пожалуйста, надежда. Ты взял мяч. Да? Да. Вот, все, теперь я взял. У меня лагало просто, я тут постоял. А у меня почему-то все очень медленно ходят. Меня убили. Нет. Понятно, придохли. Не успеют. А как? Он через нас мол. Он внук дохнул. Давай, мы смотрим. Это криво. Такое нужно верить. Самое быстрое. Может, я попробую взять спраутом? Давай. Так, а я, пожалуй, возьму. Это, мне кажется, я на метать вот получу. Вот это очень мощно. Какой у тебя спраут? У меня 15-го. У меня 16, так что все хочу. Сейчас так. Вот наверное, вредный песок на Сэнди пассивку. Да, наверное. А гаджет, ну на него гаджет. Этот гаджет используй только если все подохли, например. Если не у тебя мяч, то ладно. Ну его нельзя когда ты можешь. Или если там ты за какой-то стенкой спрятался, тебя не достать. Ну так. Что тут пельмешки? Пельмешки. Уф. Я любила эти пельмени. Нет, не трогайте меня. Макс, скорость. Мне не нравится. Все просто, я сейчас разносить иду. Блин, походу нам сейчас полетки дадут. Я закрыл вары. Так, я не подхожу к воротам. Ой, где я? Зачем? Кто это сломал ворота? Ворота я не знаю, кто сломал. Это этот Филипп.
Вот. У нас нет там шансов на ошибку, ты же знаешь. Угу. Но мне кажется, мы его сразу же допустим. Самый быстрый слив чемпионата. Стоп, может так. Кто тут у меня все-таки? У нас тут этот челик. Профит, сколько у него какой? 9000, ладно, норм. Го, предложи ему спайк, спайк тут топовый. Так, я, ладно, я ему предложу. Ой, нет. Ладно, го. Я выбрал Гэла, как видишь. А я за Сэнди. У нас нет права на ошибку. Две леги, один... Вау, где? Нет, зачем? Ну, ясно. Но у меня тут шансов нет. Так, не сбил. Оба. Так, надо эту говняшу убить. Так, зубы не сбиваем. Все, минус говняша. Так, я иду. Валим. Нет, прокопал хорошо. Да, я вижу. Так, сейчас я нам вот эту штучку кину. Мячик валяет просто, давай. Ты... Красавчик. Пельмень. Я лечу на подмогу. Ух, мячик не застрелил, это бе. Да, это тебе вообще опасно. Нет, ты трогай меня. Это я. Ой, там кого-то убил даже. Все плохо, все плохо, все плохо. Джонни, ты где? Я тут. Давай. Я вам так пушку поставил. Под кондрюшку. Привет! О, второй круг! Какой круг? Я второй круг инвиза ставил, но один из них пропал что-то. Он, если ставишь... А, да, можно. Ну что, привет, пельмени! Так. Привет, пельмени! Держите Джейки! Пытаюсь держать. Так. Я на бар! Держал. Я только появился. Давайте, лечу! Так, спайк! Блин, спайка нету. Мы потеряли спайка! Он был мне под братом! Нет, нет, смотри! Сюда есть выход! Закрыли шуту панду. Так, мы вам покажем, как проиграть чемпионат. Да, просто как слить чемпионат с Хомой и Пандой. Почему ты, когда я сам играю, знаешь, я прохожу очень много в чемпионате, когда я с тобой, я почему-то сливаю. Да, у меня то же самое. Когда я один, а тут докупить есть. Блин, я случайно нажал. А тут можно смотреть. Так вот. Что? Не докупить меня, я случайно нажал там, когда мне показала. Ладно, ребята. Наверное, ролик прекращается, а мой продолжается. Давайте играть за Спраутом. Давай. Ты будешь на фоне типа просто? Ну да, но я свой выключу. Ребята, в общем, всем спасибо за просмотры. Всем удачи и всем пока, ребята.